Мошенники регулярно разрабатывают новые уловки для обмана граждан. В последнее время часто используют схему, направленную на руководящий состав компаний. Злоумышленник подделывает аккаунт топ-менеджера и пишет коллегам, что им скоро позвонят из госорганов. И когда это случится, необходимо действовать по инструкции, которую даст собеседник. Если обычно аферисты пытаются выманить деньги, то в этом случае могут запросить секретную информацию о компании. Чтобы не попасться на уловку, ставьте под сомнение любые сообщения и звонки от неизвестных контактов. Настройте конфиденциальность в мессенджерах. Ограничьте видимость последней активности, номера телефона, фотографии профиля и других сведений, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Диагностировать онкологические заболевания помогают регулярные профосмотры и диспансеризация, напоминает телеграм-канал Кировского района. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуг. 13 мая в России отмечается День Черноморского флота. Праздник был учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года. Черноморский флот России – это оперативно-стратегическое объединение военно-морского флота. Как составная часть ВМФ страны, он является средством обеспечения военной безопасности России на юге. Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе. Администрация Красноглинского района поздравляет военнослужащих и ветеранов флота с праздником.